Привет, с вами Рожепа. И сегодня мы доверим наш велосипед незнакомому человеку. И попробуем его украсть. Извините, можно вас, пожалуйста, попросить присмотреть за велосипедом? Я в туалет обучусь. Спасибо. Классно, а где брали? Подарок. Тоже хотел себе такой взять. Ну это мальчик сейчас придет, она наш знакомый. А, это не ваш? Мальчик знакомый наш отошел, сейчас он придет. У моего кента точно такой же, короче. Ну, может, не такой кент. Что, борода, да? Да, чувак с бородой. Ну, сейчас не выйдет. Слушай, дай я заценю, короче. Не надо. Не надо. Не-не-не-не, просто опоздание. Извините, а это не ваш? Тут нельзя ставить просто. Нет, нет. Мальчик ушел. Можно глянуть? Нет, нельзя. Нельзя, нельзя, это чужой. Ну, нельзя. Да секунду, я нельзя. Посмотрю. Да чего вы, нет? Нельзя! Нельзя, все, не трожь. Классно. Что это? Стой, говорю. А что, что такое? Это же не ваш велосипед? Ну не мой. Человек попросил посторожить. Мне понравился велосипед, и когда мне очень нравится, я ее беру. Слушай, чувак, ты не хочешь? Я знаю, где продать. Давай загоним. Что? Я знаю, где его продать за 2000. Нет, спасибо. Давай! Нет. Ничего ты? Я сейчас вам приду. Давай по-быстрому, туда пойдем. Нет. Погнали. Нет. Ну давай, давай, давай. Нет. Давай. Нет. По-быстрому, чего ты? Нет. Чего ты не хочешь? Я не хочу. Ну смотри, какой. И что? Быстренько его продаем и все. Нет, давай. Давай, чего ты? Чего ты не хочешь? Просто не хочешь? Ну, не хочу, но это плохо, так делай. Не, поставь их на вес, пожалуйста. Да что ты нервничаешь? На место, ведь. А не знаете, он вернется скоро, нет? Только пошел. Вообще отлично. Можно я тут прокачусь где-то рядом? Пожалуйста. Ну, ну тут только прокачусь и верну. Можно? Нет. Плохо так делать? Не надо, пожалуйста. Ну, ну давай, 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 давай. Не надо, не надо. Ну погнали. Не надо. Ну, ну как плохо? Не надо. Кто тебе так сказал? Не надо. Ну его сейчас нет, ну давай. И что, если он нету? Нету. Тебе не все равно? Давай, на заработаем денег на хлам. Мне не все равно. Тебе не все равно? Сейчас он придет. Кто это? Что такое? Что? Что? В чем проблема? Ну, человек хотел начал слезать. Слазь, слазь велосипеда. В чем проблема, дружище? Слазь велосипеда. А то что будет? Что-то, что будет? Сейчас, извините, мужчина, можете его приезжать? Я нет, подождите, я вызову милицию. Пожалуйста, придержите его. Ну, прокачусь. Тебе сказали нельзя. Ты что, не понимаешь или что? Ну как? Тебе сказали нельзя. Поставь. Ну, пацан назад, сейчас вернется, назад, ну что он назад, будет против? Назад поставь, пожалуйста. Ну, вот здесь я просто прокачусь, пацаны. Ну. Да не, не надо, не надо никуда делать. Ты что, блядь, это нормально все будет. Слушай, кто это? Слазь, велик. Да что вы устроили, пацаны? Слязь! Слазь! 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 Ну, вас нафиг, блин. Спасибо тебе. Молодец, красавчик. Что это было вообще? Меня чуть сердце не осталось. Ну, ну, это, ну, это очень такой хороший, доблестный поступок, потому что мы, ну, вы не первые на самом деле, и много безразличия. Я ему чуть морду не дала, я дзюдо занимаюсь. Правильно. А если бы он сейчас получил? Ну, что, ну... Почему ты себя? Молодой человек, друзья, ну, все, уж не должно. Разрешили. Как забрал? Почему вы его не остановили? А как я вам что, милиция? Что вы меня остановили? Куда он поехал? Он туда поехал. Спасибо вам.
Спасибо всем, кто не остался безразличным. Они настоящие герои. А остальные пусть задумаются о своем поведении. Я хочу, чтобы вы подписались на нашу группу ВКонтакте, на наш Инстаграм и оставляли свои комментарии буквально везде. Рожа Пранк. Спасибо.